Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Но сегодня часто возникает такой вопрос, как ставить шрифты в Sony Vegas Pro. Сейчас я вам покажу, как это делать. Очень легко. Есть сайт шрифтов. Вот он вот написан, этот сайт. Затем вам понадобится программка FX Expert 2004, которая, в принципе, хоть год у нее старый, но работает она исправно. Ну вот, давайте вот такой скачаем. Файл сохраняется. Мы его просто открываем и автоматически программка у нас устанавливает. Для того, чтобы появились шрифты Vegas Pro, вам достаточно, чтобы эти шрифты были в системе. Вот. На V, да, как-то шрифт назывался. Вот открываем Vegas. Вот тут какая-то шняшка у нас. Давайте быстро сделаем. Проверим, да? Появился ли у нас тут шрифт этот. Так, значит, ищем текст, да, мы? Вот, пожалуйста, текст у вас появился. Все ссылки оставлю я под видео. Всем спасибо.